Хакимиат Ташкента продолжает изучать обращения граждан, в частности, жалобы, поступающие через социальные сети. Из-за того, что температура воды для теплоснабжения повысилась до 70 градусов, на этой неделе возникли и аварийные ситуации. К примеру, жители столицы отправили вот такое фото с места аварии рядом с перекрестком Шухрат Чиланзарского района. Неполадка была устранена в течение суток. Внимание жителей массива «Спутник-8» Сергелийского района привлекло изношенное состояние изоляции одной из труб около дома номер 12. После обращения, направленного к нам, сотрудники предприятия ТОШ и СККУВАТЭ обновили изоляционное покрытие трубы теплоснабжения. Эта труба, ставшая причиной беспокойства жителей массива «Алгоритм» Чиланзарского района, как выяснилось, уже в течение 4 лет протекает, несмотря на многочисленные обращения жителей в ТЧСЖ. После выезда наших специалистов по адресу обращения труба снова работает исправно. Пору масштабных работ по благоустройству бывает и такое. Обращение интернет-пользователей, жалующихся на жителей столицы, которые своими делами наносят ущерб, прежде всего, нашему здоровью и окружающей среде, также оперативно решаются. В группе ТЧСЖ «Как с ним жить» в Фейсбуке было размещено это видео. В нем показано, что жители Махализи и Нур Мирабадского района жалуются на то, что улица уже несколько месяцев нуждается в ремонте. Ответственными сотрудниками Хакимиата Мирабадского района были предприняты соответствующие меры. Сообщаем интернет-пользователям, которые обратились к нам и выразили обеспокоенность по данному обстоятельству. Устаревшие трубы в студенческом городке протяженностью 80 метров уже меняются. Работы, реализуемые на основании программы на 2019-2020 год, скоро подойдут к своему завершению. Пресс-служба Хакимиата Ташкента поддерживает инициативность жителей нашей столицы. Учитывая, что мы все ответственны за благоустройство нашего города и прохождение осенне-зимнего сезона без проблем, просим граждан быть бдительными. Для связи с нами обращайтесь по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах.